Обычно обследование умершего, верно, покойника, как врач. Присутствует трепет сердца. Первично анамнез говорит о гибели от обезвоживания после 9 месяцев беременности, родив мальчика. Неудивительно, тот, кто обнаружил тело, услышал плач младенца. Какое тут проклятие! Такова истинная природа! Но я даже в корне изменю! Под силу! В итоге 16 трупов. Полная картина. При себе имел дороженица. Хотя не похоже на домашнее животное. Отныне придется разобраться. Последовательно. Иначе смерть! Вернувшись, узнала, насколько трудна королевская работа. Разве слухи еще не прекратились? Нет. Эти трупы являются подсказками. Тех, кто контактировал с жертвами, свидетелями. Королевский судмедэксперт 2. С 23 октября.